Выдатный перформанс у Могилевским драматичным театром задал творчий настрой 12-му международному театральному форуму «Мартконтакт». Духи театра у выконании молодых актеров стали головными деючими особами на урочистом открытии форуму. Як распочалася головная весновая подея у культурном житті Могилевщины – наш репортаж. Когда заходишь в храм мастерства, треба быть готовым до самых нечаканных встреч. Что желаете «Мартконтакту»? Он только начинается. А вы что желаете «Мартконтакту»? «Мартконтакт» – великая подея для аматоров театра. Это возможность увидеть спектакли театра из разных кутков света, докрануться до особливой атмосферы, поцелковаться с оправданными живыми эмоциями. На «Мартконтакт» каждый год хотя бы на один спектакль я прихожу. Посмотрим открытие, получим удовольствие. «Мартконтакт» ценят и глядачи, и ведомые театральные критики, которые штогод приезжают у весну у Могилев. Потому что это уникальное событие театральной жизни, которое существует в очень трудных условиях. И Могилев, по-моему, делает все возможное, чтобы этот фестиваль сохранить, а мы его очень любим. Квитки на открытие и первые спектакли традиционно самые раскупаемые. Але все 22 спектакли из 10 краин выкликают великий интерес. «Мартконтакт» – это всегда эксперименты, и все новое – это все очень интересно. Каждый год мы приходим сюда с отличным настроением. Я думаю, что этот год нас тоже порадует очень. Спектакли очень разнообразны, режиссеры талантливы, неподражаемый состав актеров. Все это оставляет незабываемое впечатление. У зале «Аншлаг» нема вольных мест и навод некой щилины, откуль можно назирать за дею в зале и на сцене. Это духи театра привітали 12-й «Мартконтакт». Все собрали! Все! Таким чином молодые могилевские актеры нагадали, что «Мартконтакт» – это молодежный форум для молоди и про молодь, и зробили уражение. Віншавальный адрес от министра культуры Беларуси прогучал со сцены, и наместник старшини Могилевского облвыканкама Андрей Кунцевич привітал удельников и гостей «Мартконтакта». 12-й международный молодежный театральный форум «Мартконтакт-2017» в Могилеве объявляю открытым. Щодня на «Мартконтакте» глядачи чекають нової зустрічі. Ілона Іванова, Олександр Артем'єв. Новини регіону.